Всем привет! На канале Targeted Individual. Я довольно долго сидел дома, и вот сейчас снова выбрался на прогулку. Я залечивал ноги сколько мог, вот. Но толком опять какие-то машины тут грузовые есть. Но толком так и не получилось, потому что они вот все это время, как сидел дома, стреляли именно по ногам. То есть ультразвуком там и инфразвуком. Вот. Но когда я только вышел из дома, то есть я вообще еле ходил. То есть явно, что там ноги сжимают электромагнитные импульсы какие-то, да. Так что когда я только выхожу из дома, я вообще не могу ходить. То есть как будто на самом деле кандалы какие-то одели. Вот. А потом, когда я отхожу, мне становится уже лучше и как будто что-то отпускает. Вот так. Вот такое вот они мне устроили на месте моего проживания. Вот. И хочу еще сказать, что когда я вышел, да, то прям в горле что-то такое отложило, и прямо-таки, ну, как бы раздался даже металлический какой-то звук, и как будто я на самом деле выплевывал потом тяжелые металлы. То есть это все происходило с выбросом слизи, да, то есть я откашлялся и наконец-то вышел из дома и вдохнул там свежего воздуха, вот. И на самом деле, ну, как будто что-то отложило, вот, в челюсти, в зубах, там, это же все скапливается в носу, там, идет в этих пазухах. И на самом деле, то есть чувствовался и металлический привкус, и даже звук какой-то, как будто что-то такое отходит, ну, явно, ну, ненормальная консистенция была. Вот. Сегодня снова попытаюсь снять, что они будут там устраивать, и буду на ходу вот так говорить с вами, разговаривать, то есть объяснять, что происходит. Вот сейчас я иду, и в челюсти до сих пор какой-то такой электронный, какой-то механический писк. То есть когда я хочу сплюнуть, либо там, ну, как будто что-то застряло, и я такой причмокиваю, и там прям, ну, как бы не характерно. То есть явно, что я пропитался каким-то электрохимическим составом, да, который вот сейчас из меня выходит. И вполне возможно, что таким же составом обстреливают вот мои ноги. То есть раньше, когда я сидел дома, ну, довольно долго, да, то это все выходило из моих ног. То есть они покрывались язвами там, то есть, ну, вот как христиане там всякие пишут, что там эти чипы там покроются там тело язвами, там, да. Ну да, они выходят на самом деле как язвы, такие язвочки появляются на ногах. И, в общем, что-то похожее на гной выходит оттуда, и после этого становится легче. Но тогда я сидел очень продолжительно, да. Ну, сейчас не столько, и как бы ничего такого я не увидел, то, что было в прошлый раз. Вот. Я еще вспомнил раньше, когда я думал, что меня активно качают с улицы, да, и перестал сидеть с открытыми окнами, то эта вся дрянь, она скапливалась даже в глазах у меня. То есть и под действием, под подачей электромагнитного излучения, либо СВЧ, то есть, ну, на самом деле, как бы начинало вибрировать даже в глазах. То есть у меня появились там огромные синяки под глазами, отеки, то есть, ну, как настоящие сингалы. И, конечно, да, это все, ну, сопровождалось тем, что когда не хватает воздуха, в общем, происходит также и задержка жидкости. То есть и получается, что и еда толком даже не переваривается, то есть это способствует и запорам, и вообще даже воздух какой-то такой, ну, становится тяжелый, если не проветривается. Вот. Хочу отметить, что постоянно, когда выхожу гулять, также стоят машины в нехарактерных для них местах. Вот, например, как здесь она стоит, то есть в неположенном месте, нарушая все правила, вот прямо на остановке, и без аварийки, без ничего такого. Вот. А как я уже говорил ранее, многое происходит как раз таки с машин. Вот я еще раз покажу, где он стоит. То есть, ну, обычно, да, и там всякие машины доставки, там, и все такое прочее. То есть очень удобно закинуть сюда какой-нибудь СВЧ-ретранслятор и вот так вот постоянно за тобой ездить на подобных машинах. Ну и также не стоит забывать вот про людей с рюкзачками, которые также постоянно, то есть как многие жертвы пишут, куда бы они ни отправились, повсюду за ними ухлёстывают какие-то люди непонятные с рюкзаками. Даже в безлюдных местах они появляются. Ну и вас не оставят в покое, потому как вы, можно сказать, человек подопытный. От места к месту мне как бы становится то лучше, то хуже, да, и то я лучше начинаю соображать, то хуже, потому как, ну, можно сказать, воздействие в разных местах по-разному. Так что иногда я могу тупить, а если уж, ну, вообще как бы меня протравят хорошо, то могу очень хорошо тормозить, так что извиняюсь заранее. Я вот еще вспомнил, что такая же история с ногами была у меня на даче. То есть, когда все это только началось, и я толком не знал, что это такое и почему это происходит. То есть, когда я хотел куда-то далеко уйти, но, как я уже говорил, им нужно, чтобы жертва, человек подопытный, всегда находился, ну, можно сказать, дома. Там, где уже все подготовлено, установлено. И вот на даче, как только я, например, хотел куда-то уйти, там далеко в лес или куда-то, у меня словно ноги отказывали. Вот такое же происходит и сейчас. Только в городе им это сложнее намного сделать. А тогда, да, помню, выходил какую-то, ну, в долгую прогулку, и чем дальше, глубже я уходил в лес, вот, например, да, я, конечно, никого не видел рядом, но тем больше у меня сковывались ноги, и такая слабость, ну, появлялась, что я, ну, прям-таки не мог ходить. Но сейчас я уже, как бы, иду нормально, потому как здесь людное место, и подальше, как бы, от моего места жительства. Вот сейчас, когда я хотел, как бы, поделиться своей историей, вспоминал, они обычно и устраивают, то есть, всякие свои шумовые атаки, да, чтобы ты, например, при записи, можно сказать, выглядел неадекватным и забывал постоянно. То есть, это на самом деле сбивает с мысли, потому как мы не совсем обычные люди, да, а постоянно подключены, можно сказать, к этой нейросети. Ну и из-за того, чем нас нашпиговали внутри, да, и как бы из-за постоянной этой электромагнитной накачки также. И они знают об этом, знают, что как бы довольно сложно вот сохранять самообладание и вообще сложно соображать под такой постоянной обработкой. То есть и дома, и когда ты выходишь на улицу, не оставляют в покое. Поэтому, дабы ты не приходил в себя также, они постоянно устраивают вот такие вот либо световые шоу, либо шумовые. А вот такие трактора тоже постоянно за мной увязывают. То есть любое время суток. И где бы я не прошел, вот эти вот милицейские, что также примечательно. Но обычно они довольно сильно там ревут, но вот это сейчас так. Вот там вдалеке можно видеть машину, да, которая постоянно вот так, ну, там как бы, ну, нечего стоять, да, там макдрайв это, то есть машина должна его проехать и выехать уже, да, но она вот так стоит, и они постоянно пристраиваются сзади, и вот видно, что у нее одна фара, вот она выключила уже фары, одна фара как бы так дребезжала, да. И я не просто так развернулся и стал это все снимать, потому как я снова почувствовал, как будто, ну, что-то идет такое по ногам. Вот. Ну и стоит только развернуться, и увидишь машину за тобой. Поэтому я и стал вот сейчас больше выбирать такие места, да, то есть во всяких двориках не ходить, а все больше по проспекту, чтобы там поменьше их было, и как бы чтобы дистанция была тоже побольше от их машин там и от их вот оборудования, что они там устанавливают. Я на самом деле выдаю сейчас всякие военные секреты, так что, ну, как бы, слушайте и мотайте на ус. Потому что вот так я долго разбирался в этом во всем, долго смотрел, вот, как это все работает, да, и... Снова машина. Снова ей нужно было вот как бы на меня вот так вот передом зайти, там посветить, выстрелить чем-то. Но они специально ждут, выгадывают в это время. То есть я не просто так, я уже 4 года вот под этим, под всем, да. И я постоянно выхожу куда-то гулять, да, и смотрю за ситуацией, изучаю, как они работают. Можно сказать, что знай себя хорошо, а врага еще лучше. И тогда ты сможешь всегда выигрывать. Вот так вот, ну, я следую этому принципу. Хочу еще сказать, что как только я прилягу спать, меня начинают просто дико как долбить звуком. Ну, ультразвуком, либо инфразвуком. Вот. Либо даже через электромагнитные импульсы. И опять-таки можно сказать, что заставляют меня таким образом молиться, либо транслируют что-то похожее на молитву. То есть аудиалки у меня нету классической, той, о которой пишут люди. И поэтому они включают вот таким образом радиосигналы, всякие долго звуком, то есть постоянно всякие ремонтные работы у меня рядом там с домом. То есть даже и в ночное время там они что-то ремонтируют. Вот. Соседи везде камуфлируют вот этот звук, вот эти вот похожие радиосигналы на молитву звуком воды. То есть у меня в комнате, где как бы нет рядом стояка, да, я не должен слышать звуки вот эти вот воды там, и это все. У меня почему-то такой звук, как будто кто-то в ванне включает воду на полную, либо моется, у меня это все слышно в комнате. То есть они явно перехимичили или с микрофонами что-то, или еще с чем-то. И я как бы звал даже других людей послушать, и они явно слышат этот звук, говорят, да, как будто кто-то моется, как бы у тебя там, но на самом деле стояка-то нету и ничего такого там. Плюс ко всему они также продолжают накачку своей этой дрянью, этой химии, да? Вот опять снова заезд, но нет. Также они продолжают свою накачку вот этой химии, начинаются запоры и нереальное просто бурчание в животе, так как будто кажется, ну, они все как бы хотят вот этот сюжет провернуть, и чтобы я поверил, мол, какие-то бесы, да, поэтому и включают молитвы, поэтому и травят меня вот этой вот химией, да, которая потом прям все в животе, ну, настолько все сжимается, потом булькает, все это как бы производит звуки там нереальные, как будто на самом деле что-то в животе есть, да. А также, если лишаться этой химии, то прям-таки она как бы закладывает и уши, и нос, и в челюсти где-то оседает, да. Так что прям чувствуется какое-то давление на челюсть, да. А насколько можно знать, что как бы вот и многие жертвы писали, что открывается рот у них, как бы там что-то выходит из тебя, то есть как бы изгнание злого духа происходит там через рот, ты открываешь рот, и он так вылазит. Вот они хотят провернуть снова вот эту вот штуку со мной, которую раньше у меня была, да. Но хочу сказать, что не накачав вас, издеваться они не смогут. Вот. Поэтому нужно следить за тем, чтобы, ну, не дышать вот этой всей дрянью. Так что вот не знаю, чипы чипами, но как бы эти технологии позволяют также и без чипов, ну, можно сказать, управлять человеком, да, только это не так эффективно. Но вот опять трактора. То есть они постоянно вот ездят, разъезжают. Насколько я стал вот понимать, то есть воздействие при этом шуме идет не с самого трактора, да, а просто где-то рядом кто-то засел вот с пушкой, да, и нужно как бы закамуфлировать вот этот звук, да, не характерный для этого. И поэтому они пускают всякую такую шумящую технику, чтобы, во-первых, давать радиосигналы, во-вторых, как бы обрабатывать жертв, и в-третьих, может кто-то из рядом припаркованной машины также как бы долбить звуковым оружием в это время. То есть я долго смотрел, изучал, как это все работает, и каждый раз они как бы делают по-разному это все. Но вот зато могу сказать точно, что каждый раз при проезде вот такой техники различной и вот этом искусственном шуме, да, каждый раз, ну, становится тебе все хуже. То есть даже если ты выбрался, у тебя там отличное настроение, состояние и все, они сделают так, чтобы ты как бы, ну, долго не погулял, а скорее вернулся домой. Вот, и стараются тебя вообще не выпускать как бы из дома. Да? То есть нужно прорываться с боем. И очень часто также и пускают поэтому всякие там психотропы, от которых постоянно только хочется спать, там появляется вялость, то есть там апатия и все остальное. И ты, ну, как овощ, можно сказать, вот так живешь, но они там издеваются над тобой. Поэтому, в общем, нужно призвать свою волю и постоянно вот так выбираться. Но иногда даже одной воли недостаточно, потому как они очень жестко стреляют по ногам. То есть, если они не смогли прокатить вот так вот, то они начинают прям такие машины вести. Ну, пытать тебя убивать, не давать даже выйти из дома, потому как физически даже не можешь. Хоть воля твоя и будет сильна, да, но как бы нужно понимать, что есть пределы физиологии у всех. Но также и хочу сказать, что вот когда выходишь на улицу, да, то все-таки даже что бы они там не устраивали, но дома такие намного хуже, потому что дома они делают так, чтобы ты вообще без отрыва от производства, можно сказать, вот работал на систему, да, и был подопытным вот этим экспериментальным человеком. Когда выбираешься из дома, то начинаешь приходить в себя и как бы понимать, ну, как бы вспоминать даже там свою жизнь до этого и вообще смотреть на обычных людей, на, ну, на то, как они живут, да, и, ну, от этого, конечно, становится и горько, и в то же самое время понимаешь, что тебе все равно придется вернуться туда, в этот ад, да, то есть как бы ты там не хотел, и заново проживать каждый день, ну, каждый день получается как день сурка в этих пытках. О, здесь смотрю, это даже скорости стало. Скорее всего, да. Это тоже очень интересно, потому как они, я заметил все время, даже когда я поселился на даче, то там вот первым делом начали устанавливать вот такие вот радары. То есть везде, даже там в близком лесу, ну, начали появляться там таблички, что фотоконтроль там 8 мая там и такое вот вещь. Но это также было странно. Ну тогда еще только обо всем этом не знал, да. И сваливал все на то, что как бы о, прогресс пришел и к нам, да, что там такое. Дача 50 километров. Так, а здесь мы увидим снова наших старых знакомых. Уборочную технику. Не успели те проехать. Вот уже какая-то новая несется. Это вообще снегоуборочная машина. Новая. Но вот видно было, что у нее сзади как будто что-то такое распылялось или что, в общем, не знаю. Но вот наши старые знакомые, то есть которые постоянно за мной ездят. Да еще как бы рано пешком посыпать, потому как нету гололеда. Мороз, конечно, есть. Ну а еще, конечно, вот такие вот машины тоже постоянно ухлёстывали, помню. А, так и вон сейчас там, ну, сидит даже человек, смотрит вот за этим рядом. Мне вот вспомнилось, что когда я еще толком не знал, что это такое, и как бы приехал на дачу и выбирался далеко там, то есть на велопрогулке своей уезжал далеко, за мной постоянно кружила вот такая машина безопасное движение. То есть я и надел вот эти вот, ну, опознавательные знаки, то есть все закупил, но постоянно за мной как будто преследовал. Я еще думал, ну, почему? Ну, а сейчас ясно, почему. В таких машинах они тоже, скорее всего, и могут держать свое оборудование. Вот сейчас я даже прогуливался, и был момент, когда налетел какой-то нереально холодный воздух, такой, что прямо рукой все позамерзало, то есть, ну, начало колотить там. Ну, я взял, развернулся, пошел обратно, и как сразу стало тепло, то есть, ну, хорошо так. То есть, вот, непонятно, как они это делают, и что это такие за пушки, которые гоняют в таком объеме. Этот ледяной ветер, да, который, подозреваю, ну, не совсем-то ветер, да, вполне возможно, что газ. Поэтому он такой холодный. Но то, что это необычно, я это давно уже заподозрил, потому как стоит только, ну, выйти из этого места, как тебя окатывает прям какой-то такой пробирающий до костей такой, ну, нереальный ледяной ветер, да. Потом заходишь опять в ледяное место, все. Ну и не из-за того, что там как бы дома и ветра там нет, не из-за этого. И вот еще насчет этого ветра. То есть потом как бы отходишь от этого всего. То есть он пробирает тебя прям до костей. И такое чувство, как будто, ну, вот этот холодящий воздух, да, проникает все-таки в нос, там, во все пазухи. И потом, когда ты отогреваешься, отходишь, то как будто, ну, что-то к тебе приклеилось такое, да, а потом это что-то отходит. Вот. И ты, ну, высмаркиваешь нос, да, и чувствуешь, что, о, тебе стало там получше, полегче, уже тебе озноб такой не берет. Что также говорит о том, что вполне возможно, и, как я помню, читал у одного пострадавшего, что, в общем, стационарные вот эти пушки где-то размещены, да, и они там камуфлируются под что-то такое обычное, либо там на крышах домов, вот. И, ну, не я один такой, а множество людей обрабатывается вот этими газами, много людей травится, но все люди списывают это на какие-то свои болезни там и не верят в это, вот. Но хочу сказать, что таких людей будет все больше и больше, потому как у этих преступников, у них аппетиты растут, а в ответ на это происходит вот такой резонанс, что люди начинают снимать свои видео, рассказывать об этом, и чем больше они будут наглеть, тем больше людей как бы будет в противовес этому делиться и как-то бороться своими силами, да, рассказывать другим про это явление. Это все, конечно, ужасно, потому как я вот каждый раз выбираюсь так на улицу, понимаю, что меня дома они держат и сковывают как раз-таки вот этими всякими электромагнитными волнами, да, либо там звуком, либо еще чем-то. То есть специально, чтобы я, ну, никуда не выбрался, не смог нормально отдышаться и как бы разобраться, в чем дело. Ну, а раньше я, ну, когда ничего про это не знал, то действительно постоянно сидел дома и думал, что это какие-то мои болезни, да, что это все связано там с позвоночником, да, у меня тоже проблемы там с позвоночником, либо там, что просто постоянно я болею, а болел я всегда, то есть даже с детства у меня проблемы с желудком, постоянно сопли там текли, простуды, и из-за этого также приходилось часто сидеть дома. То есть тогда я не знал, что эти все симптомы простуды, которые у меня не проходило, они все как бы схожи с симптомами отравления. И также мои домашние тоже постоянно от этого страдали. И сейчас моя мама, она также, как и я, то есть, ну, у нее постоянно проблемы с легкими, и она также отхаркивает вот целые там куски этой слизи. Раньше ей было намного лучше, но вот сейчас они взялись капитальное чувство из-за нее также. Вот сейчас я вернулся на свой родной район, и он меня встречает уже какими-то радиосигналами там сбоку. То есть, а там вдалеке начинает что-то, вообще какие-то ремонтные работы опять, либо еще что-то идет ночью. И как только вот сюда пришел, сразу почувствовал, как меня стало звуком вот этим колбасить по ногам опять, там, по легким, в общем, и стала вот эта химия как-то, ну, взаимодействовать со мной вот именно под этой обработкой. То есть так-то она все не слишком хорошо работает, но вот при подаче этих радиосигналов, при обработке звуком, она работает очень хорошо. Оно все включается, ну, и начинает в те как-то взаимодействовать и вибрировать также. Так что вот здесь у меня на районе и обустроено все для того, чтобы делать мне, можно сказать, вот такую вот сладкую жизнь. И придя сюда, уже начинаются и всякие отвлекающие маневры, то есть тут и шум какой-то непонятный стоит, то есть везде что-то шумит, гремит. Вот. Также хочу передать привет еще моим соседям, то есть вы продажные мрази на самом деле. За то, что не смогли сказать нет, и постоянно сейчас за мной бегаете там и долбите этим звуком, таскаете свое СВЧ, то есть разогреваете, прогреваете меня, жарите, делаете все, что только можно, и травите также. То есть, ну, мрази самые настоящие. Здесь по приходу потом сюда на район. То есть начинается вообще что-то такое невообразимое. То есть начинают и ноги подкашиваться. То есть и дыхание спирает. И вообще, то есть, ну, нужно как можно дальше постоянно уходить как бы от места своего проживания. И также это советую всем жертвам делать. Вот, как можете видеть, тут везде бесконечные стройки рядом с моим местом проживания. Сейчас я иду в магазин и хочу оставить звук включенным, чтобы записать, что они будут там устраивать. Необычно они начинают кашлять там, либо еще какое-то шоу. В общем, посмотрим. Так, получается, в магазине ничего интересного не было. Засим я откланиваюсь и не прощаюсь с вами, но говорю до свидания и до новых встреч. Будут еще новые выпуски, где я продолжу обо всем рассказывать. До свидания.